Я живу в Усть-Вымском районе, на прекрасной Коми земле. Среди прочих лесных поселков лишь один очень дорог мне. Это Казлук, малая родина. Это Казлук, я здесь живу. Здесь природа, я ей любуюсь. Свежий воздух, я им дышу. Поселок Казлук Усть-Вымского района находится неподалеку от границы Архангельской области. Казлук и Яринск разделяют всего-навсего 17 километров. На благоустроенных домах можно заметить выложенные кирпичом даты. В основном запечатлены 70-е годы прошлого столетия. Однако этот поселок имеет куда более длинную историю. Небольшое поселение с названием Казлук упоминалось еще в начале 19 века. Здесь у старицы Вычегды жили угры, близкие по языку современным хантам и манси. Название поселка, возможно, произошло от хантыйского «хут» – «ель» и «лух» – «курья». Таким образом, «хутлух» мог означать «еловая курья» или «курья около леса». У местных жителей на этот счет есть своя версия. Наши луга славились, и поэтому Казлук, есть такая народная версия, что Казлук возник, название само возникло именно потому, что вот люди считали, что это были казенные луга, и поэтому название поселка вот такое получилось – Казлук. Исторический Казлук был основан на левом берегу Вычегды. Однако на сегодняшний день на той стороне, кроме широких заливных лугов, ничего не увидишь. Поселок облюбовал себе живописный противоположный берег. Переселение происходило в советские годы. История 1930-х годов во многом безрадостна, но именно в это время было положено начало строительству современного Казлука. А вот здесь, на правом берегу, в сталинские времена, в 30-е годы, здесь был лагерь. Сначала мужской. Их задачей было заготавливать лес и отправлять. Плотами они отправляли этот лес по реке, сплавляли по Вычегде. Потом организовали женский лагерь. Это был лагерь для мамочек с детьми. Это в основном был сельхозпроизводитель для заключенных железной дороги. И вот здесь построили в Казлуке три очень огромных барачного типа дома. Для того, чтобы только матери, которые в заключении имеют детей, сюда вывозить их на летние работы. И вот они все на лето приезжали со всей железной дороги и вот работали на подсобных на этих полях. В Казлуке, где ныне около 1000 человек, почти нет семей, которых не затронули репрессии. Застраивался этот таежный тупик руками заключенных. Многие из освобожденных заключенных продолжали жить здесь и после реабилитации. На этом месте начинается строительство храма во имя иконы Божией Матери Спорученица Грешных. По благословению епископа Сыктывкарского и Воркутинского Питерима с января 2010 года. Совсем недалеко от этого места, ближе к берегу реки Вычегды, находится место, где раньше, во время еще сталинских репрессий, были бараки, и в этих бараках был родильный дом. Хирурги и врачи в основном были все тоже из заключенных. Попадали в лагерь люди самого разного положения, и очень грамотные, и простые рабочие. Второе дыхание поселку дал Вашкинский леспромхоз. Его строительство началось в этих местах неспроста. Кроме водного пути, здесь была проложена железнодорожная ветка, что значительно облегчало вывоз древесины. В 1973 году началась застройка поселка. Благоустроенные дома возводились один за другим. Кирпичные здания в этом лесном поселке расположились в гармоничном соседстве с вековыми деревьями. При строительстве ни одно дерево без весомой причины не срубалось.
Борьба за первозданный вид местности доходила до того, что строителям приходилось объезжать каждую березку. Так на месте бывшего лагеря появился поселок образцового типа. Советская молодежь приезжала в Таежный край в поисках романтики. Я в 65-м году приехала сюда на практику, когда заканчивала сельхозтехникум. И приехала сюда на свою преддипломную практику. В 65-м году, 2 июля. Вот впервые я ступила на землю как бы Казлука. Привезли меня на бензовозе, бросили с чемоданчиком. И все, я оглядываюсь. В то время как физики спорили с лириками, казлукские лесозаготовители совмещали суровый труд и поэзию. Так, в 1977 году в поселке появилась новая достопримечательность – памятник Александру Сергеевичу Пушкину. Инициатором установки памятника стал первый директор леспромхоза Владимир Квасков. Что побудило лесозаготовителя воздвигнуть памятник великому поэту, история умалчивает. Однако ему все же удалось наладить контакты с художниками из Ленинграда и установить отлитый из металла монумент у входа в школу. Этот памятник ленинградского скульптора Альтшулера был подарен и установлен в школьном дворе. Подобные же памятники находятся и в городе Бендеры, и в городе Ярославле. Его не пытались утащить на светмет никто? Нет, такого даже не было. Каких-то попыток, вот... какого-то такого кощунственного отношения к памятнику не было никогда. Ну, я думаю, что сам вид поселка, вот здание школы, вообще вот полностью всего населенного пункта, это очень красивый поселок. Поэтому, когда все красиво, и природа, и памятник, и дома, я думаю, что у всех только какие-то благостные чувства вызывают. Не так давно памятником из Казлука заинтересовались сотрудники музея-заповедника Болдина. От них казлукские учителя узнали, что их памятник имеет художественную ценность. Такого рода композиций в России только три. За 35 лет памятник Пушкину стал визитной карточкой казлукской школы. А сам образ восседающего на скамейке поэта оброс всевозможными легендами и байками. Ну так вот, о двух историях об Александре Сергеевиче занимательных. На самом деле их значительно больше. Одна история связана с жителем поселка Казлук. Назовем его житель, фамилия Д, да, который в дневное время присмотрел несколько досок у соседа и решил эти доски прибрать к своим рукам. Путь в ночное время лежал через школу, где и находится памятник Пушкину. Он немножко замешкался, потому что было темно, остановился так и видит, кто-то сидит на скамейке, кто не видно, и он решил переждать. Ждал он несколько часов. Наступил рассвет, он высказал за все, что он думал о памятнике, и понес доски дальше. Это реальное событие, не называю фамилии, они рассказывали, смеялись потом, плутовали друг на другом. Памятник Пушкина у нас оживал. Ситуация любопытна тем, что в нашем поселке проживает еще один Пушкин, однофамилец Александра Сергеевича, зовут его Сергей Иванович. В то время он работал начальником котельной и жил неподалеку, метрах в 200, наверное, от школы. И вдруг, неожиданно, утром, когда работники школы и учащиеся школы пришли, они памятника не увидели. Нет памятника. Стали разбираться. И каково было удивление, памятник был обнаружен возле дверей Сергея Ивановича. Видимо, посчитали, что надо его, Александра Сергеевича, как собрата, переместить поближе к ныне здравствующему и живущему Сергею Ивановичу. О ней частенько рассказывают жители поселка, пересказывая, добавляя, изменяя что-то. И некоторые из них скажут: не так было, Игорь Юрьевич, что-то вот он пропустил или добавил от себя. Само присутствие Пушкина, да, возле нашей школы обязывает нас помнить о нем. И очень многое, конечно, мы делаем с детьми.
Дети пишут сочинения о Пушкине, о памятнике, стихи пишут. А потом у нас есть традиция, мы проводим литературные гостиные. Ну и мы собираем материалы. То есть эти материалы собирались не в течение там, последних, допустим, 2-3 лет, да, они собираются уже в течение многих лет. Потом родители сами как бы прочувствовались уже этой идеей, и они стараются уже в класс или в школу дарить подарок, связанный именно с Пушкиным. Из истории образования Казлука можно увидеть целую эпоху, когда на пустующих необжитых местах образовывались полноценные, благоустроенные населенные пункты. В последнее время многие поселки испытывают трудность, но в Казлуке работает крупное лесоперерабатывающее предприятие. И надо думать, история поселка еще далеко не завершена. И современная поговорка «Пушкин – это наше все» могла бы стать в поселке символичной и недвусмысленной. Но в данном случае Пушкин здесь только начало. И пробуждается поэзия во мне. Душа стесняется лирическим волнением, трепещет и звучит, и ищет, как во сне. И злится, наконец, свободным проявлением. И тут ко мне идет незримый рой гостей, знакомцы давние, плоды мечты моей. И мысли в голове волнуются в отваге, и рифмы легкие навстречу им бегут, и пальцы просятся к перу, перо бумаги, минута, и стихи свободно потекут.